Ничуть, нет, и у меня более того, если вдруг что-то порочащее, я это утираю тут же даже у себя в компьютере. Не-не-не, не переживайте. И я его друг. Я его друг, я не буду же подкладывать. Да. Не, я не компромат. Я снимаю вас в отражении. Я снимаю вас в отражении стекла. Это красиво получается. Понятно. Поклонник Набокова, наверное, тот тоже. Ну, я любил его читать, да. Ну, вы помните, Нетки есть игра? Да. Через стекло. Да. Так, третий артист. Могу посоветовать вам сообщение. Потому что если Царёва адресую, она скажет, что уже не занимается. По Виктору, по ХР, тут еще не занимается. Точно Виктор. Ну, давайте я тогда со вторым письмом, с этим и со вторым. Потому что там в ВХР какие-то изменения, и кто за что отвечает, я не знаю, это ректор Помаручий. Я вопрос даже со специальным, вопросы проживания с ректором решил. Я думаю, что все будет нормально. Ясно, спасибо. Вам удачи. Спасибо большое. Спасибо.